В Ирбите завершены работы по противоклещевой и дератизационной обработке городских территорий. 26 и 27 апреля городская дезинфекционная станция из Екатеринбурга провела обработку территории на 37 гектарах. На сегодня от клещей обработаны Сосновая роща, Русское кладбище, парк 40-летия Комсомола, территория около Дворца культуры имени Костевича, Сиреневый сквер, улицы Серкова, Хомутова, Отрадная, Дубки, Лесопарковая, а также улицы Кирпичного завода. Горожанам лучше пару дней воздержаться от посещения этих территорий и не выгуливать там животных. Сезон клещевой активности в самом разгаре. На сегодняшний день в больницу обратилось уже 49 человек. Это жители города и района. 15 из них были привиты. Большой рост обращений за медицинской помощью зафиксирован в минувшие выходные. Поэтому, посещая леса и поля, не стоит забывать о безопасности. Надевать светлую одежду, использовать репелленты и, в идеале, поставить прививку от клещевого энцефалита.